Шуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Е-е-е. Кря. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Венди, и извини за то, что я выпускаю видео в последнее время не так часто, у меня вот этот перевоз и так далее был, вот вроде бы закончу, поэтому упахался пиздос, поэтому не обижайся, если вдруг сегодня я буду какой-то не такой энергичный, как обычно, а может быть и буду, я не знаю, потому что, я ждал того момента, когда я наконец смогу вернуться в эту игрулину, я надеюсь, ты лагать не будешь. Короче, у нас четвертая ночь. Мы остановились в прошлой ночи на том, что... Мне вернули фонарик! Обожаю эту палку, которая светится. В общем... мужик что-то рассказывает. Я не понимаю, что он рассказывает. Ребят, вы как, нормально? Ой, засуньте ее куда-нибудь подальше от меня. Она меня пугает своим видом. Вот Балумбой меня пугает еще больше. Этот парень что-то мне рассказывает, но я, честно говоря... Уже прослушал, что он мне рассказывает, так что... Так что я не смогу сказать, что именно ты не хотят рассказывать. Привет! Мариэльч? Как твои дела? Я не понял, там стреляется кто-то? Блядь! Это мой игре! Я серьезно что-то... Забыл о том, что здесь же у них звонок, я аж мышку кинул. Извини, дорогуша, извини. In order for all the systems to be working, you must go to the generator room and stop. Ёбушки, робушки, это было страшно. Ладно, все нормально. Все нормально, я не умер, я не сошел с ума, со мной все в порядке. Здорово, Мангел. Напрасно я сделал громкость побольше. Громкость это было плохим решением, очень плохим. Ладно, стулья. Че этот перец мне что-то сказал, но... А, вот. Чего? Он говорит, сходи-ка ты в генератор, пожалуйста, и почини генератор. Слышь, а кран тебе не починить? Унитаз тебе не почистить, нет? Где генератор? Он говорит, я пойду на выход. Это выход? Я на выход. Чего? Чего? А я могу вернуться обратно? Я вышел что? Я через собачий выход вышел? Я не псина. Ладно. Я не боюсь. Там же марионетка, ее никто сейчас не закрутит, она на меня нападет. Я вообще бегу. О, я прибежал. Здорово! Да! Свидание! Какого хрена ты тут стоишь? Цветастый! Да ладно. Ты можешь, пожалуйста, отойти? Отойди. В смысле? С каких пор ты начал дышать, как будто человек? Ты аниматроник, ты что, дурак? Он меня не пускает. Чего? Да я могу от тебя спрятаться. Да пошел ты нахрен, козел! Он говорит, я всегда буду. Да будь хоть кем, мне пофигу, выпусти меня, пожалуйста. Все нормально. Не-н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 е. Я бегу или все? Что происходит-то? Что ты орешь? Что ты орешь на меня? Не ори на меня, не кричи! Извини, ты не можешь играть в эту гребаную игру, потому что она вылетела! Стоп! Я понял! Я понял, что надо делать! У меня задание было найти выход! А я дурак такой! Я пошел не на выход, я пошел в генератор! На кой хрен я пошел в генератор? А что из вас выход? Голубой! Да, вот он выход. А то был не выход, потому что там нету надписи выход. Логично, сука, логично же, ну. А я долбоячер такой, пошел в другую сторону. Я что здесь посторожу, хорошо? Вот сейчас вот это будет, что меня испугало в прошлый раз. Меня даже сейчас немножечко ударило. Звук выкручивать в таких играх, это страшно. Если тебя не пугает, то иди-ка ты, приготовь себе чайку, пожалуйста, потому что играть в это гораздо страшнее, чем смотреть это на видео. На видео каждый может смотреть. На видео у каждого там храбрости полное ведро. А играть-то в это страшнее. Вот, сука, обманывает меня. Говорит, ты должен сходить в генератор. Я знаю, я там черный с белыми жду. Я не пойду к ним. В подвал ходить к черным с белыми не надо. Я лучше пойду в другую сторону. Он что-то сказал, куда ты идешь? Я иду на выход. Я должен выйти? Я не знаю.
Может быть, а кто-нибудь вообще заметит? Мне хватило. Выход вот прям тут. Я просто говорю сам с собой. Окей. Левая кнопка. Я выжил! Так, хватит идти медленно! Беги быстрее! Скорее! Да шевели ты поршнями, дурак! За тобой сейчас морение откопогонится, она же постоянно там стоит. Клевая тачка, на самом деле. Оу! Вы поехали домой, но быстро! Вы слышали что-то за вами ходящее. Как игра, держите свет и отгоняйте эту вещь. Аж пацан на пианино сел под этот движ. Так что выгоняй всех людей, потому что эта вещь всегда выключает свет. Лампа возле твоей кровати вырубается. Проживи 6 часов. Слышишь? Я там гоню как бешеный. Ну давай. Включай свет. Если один свет, если будет только один свет, он придет. Поэтому отгоняй их, потому что эта штука всегда их выключает. Штука. Лампа в твоей комнате, она выключается, потом... А, пупит пролезет через кровать. А что за штука тогда? Я думал, пупит эта штука. Вы, если слышите звук, тогда бойтесь. Ну, понятно. Обалдеть! Я могу прямо ходить? А что? Я забыл прочитать, что мне делать? Ага, свет, вот этот свет. Ты чё, охуела, дура? Да пошла ты в пень! Она вылазит, короче говоря, если лампа выключается, тогда я слышу звук. Я буду стоять смотреть на тебя. Я смотрю на тебя. Ты больше похож на какой-то унитаз под кроватью. Не знаю, что он там делает, но он там стоит. Стопэ! Тихо! Да блин! Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я понял, ты меня пугаешь, бу-бу-бу, мне страшно. Где здесь свет? Ага, свет здесь, вот здесь. Не надо мне тут свой пш. Сейчас вот эта скотина вылезет, и я ее прогоню. Надо запомнить, где все выключают. Ага, здесь, 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 здесь. Лампа нормально, здесь. Тихонечко мне тут. Тихо, тихо, тихо! Тихо! Ну, у меня свет весь на мази. Я сейчас в таблет пропишу, если ты будешь вот тут мне бегать. Не пропишу, я буду орать как сучка, если это произойдет. Нет! Не надо печалиться, пролезь, пожалуйста. Тут ты меня заколебал, а свет-то тут где? Да сколько нет. Откуда ты вообще вылез? Откуда ты вылез? Пластиковая шелупонь, откуда? Откуда? Откуда он родился? Ну, натик, лунтик-самоубийца. Нет, точнее, убивайка. Ой, я еще борщ готовил. А скушать можно? Может, они борща моего хотят просто очень сильно. Я не пройду эту игру. Я не пройду эту игру. Я не смогу. Что такое? Что такое? Что? Я слышу. Нет! Нет! Где? Где что? Выруби! Да как не можно это так терпеть? Извини, что я паникую, но блин. Вот это мне больше... Нет! Как мне от нее убежать? Как? Сволочь! Вот этот вот стул! Сунь себе вот этот вот стул! Пушное отверстие, козел! Ненавижу тебя! Зачем здесь так много туалетных... А, ну... Вау! У нашего главного героя... Извини меня, но жопа здоровенная! Как? Нахрена здесь такой стул? Стул больше ванной почти! Чувак! Не надо ходить, не надо... Вот я... Чую тебя, чую! Так! Ну что... Это что такое? Сталин, что ли? Чего он здесь стоит? Окей, видимо, наш главный герой утекает по Советскому Союзу, потому что у него монумент почти что Сталина, у него стоит в спаленке. Может, кто-нибудь на меня будет нападать? Хотя, в принципе, не надо. Мне нравится и самому здесь. Мне уютно, хорошо. Диван, сука, мешает. Ну, где? Ну иди ты нахрен, пожалуйста! Ха-х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 а-
Ты этого не видишь, но я тут аж ножками перебираю в то время, как он ко мне приближается. Ну давай. Я знаю, ты этого хочешь. Ну давай. Давай. Горшок-то пластиковый. Влази. Давай, давай. Я на тебя быстренько фонариком насыпаю, пойду так. Вот, все. Ты, что у нас? Что у нас? Тут, собственно, в квартирке. Вау. И где? Пожалуйста, не надо. Как ты на меня? Я же свет рубил. Окей, окей. Как мне тебя вообще? Я врубаю свет, а ты чего не выходишь, игра? Игра издевается надо мной. Издевается? Возьми вот этот томик побольше, вот так бам, по балде его, когда он ко мне пристает. Я чё говорю? Сиди под кроватью, не высовывайся. В следующий раз я не просто лампу включу этим тапком по голове дам. Не понимаешь русского языка, что ли? Понимаю русский язык, сука. Так, здесь ничего. Пока вроде бы... Да пошёл ты! Че ты вообще там сидишь? Я вижу тебя. В прятки ты играть не умеешь вообще ни разу. Если бы ты был в прятки игроком, тогда ты проиграл бы. Ты просто проиграл бы без шансов. Ну кто так прячется? Спрятался бы хоть нормально, хотя бы под этой кроватью. Как ты вообще там поместился, скажи мне, пожалуйста? Какая-то карликовая марионетка. Потому что иначе я не знаю. Ты меня не трогаешь, я тебя не трогаю. А тебя трогаю. Тихо! Этот поездатый аниматроник, он гляди какой хитрый. Он просто берет такой, врубает свет вот там и вот там. И попробуй, сука, успей. Он проверяет меня на флеша, на флешовость. А не, не флеш, я не умею так быстро. Ты понимаешь, игра, нет? Дай ему хотя бы возможность, дай мне хотя бы возможность победить. Не давай ему включать фонарик вот там и вот там, пока я бегу, он меня словит. Этот, видимо, черный чувак умеет воровать уголь только в темноте, и поэтому он появляется именно там. Как знал? Считаю твои движения, чернозадый ты козел. Здесь. Не здесь. В смысле? Может, не надо? Да, может, не надо? Я от него точно убегал, ты видел? Я от него убегал. Что, если я попробую чуть иначе? Давай я просто вот возьму вот такой вот здоровенный болт, положу на него и буду надеяться, что я смогу от него убежать. Ну давай, давай, я знаю, ты хочешь вылезти, ты хочешь посмотреть на мое лицо. Это такое прекрасное лицо без пакета на нем, да? Давай, вылази. Ну! Я сейчас сам к тебе залезу, если ты так долго меня заставлять ждать будешь. Ладно, в общем, мне надо еще от него убегать, потому что этот парень оставляет за собой красные газы, от которых мне надо убегать, потому что именно от них происходит приход у главного героя. Понятно? Понятно. Ну а так вот оно и работает. Первая комната будет, а шанай махсанай будет вот эта комната. Видимо, не она. Будет вот эта. Так как? Я в домике! Ему, походу, вообще пох на домике, вообще ему на все по барабану. Ну хорош вырубать-то свет здесь везде! Да хватит вырубать свет! Это было самое долгое выживание! Единственный раз, когда я забил на все эти фонарики, шарики, вот этот свет, это был единственный раз, когда я жил дольше всего. Ладно, ребят, я думаю, что на этом все. Единственное, что я не буду ничего делать с марионеточем. Мне очень-очень интересно, это карликовый марионеточ? Он готовится к съемкам в новой Игре Престолов в роли нового карлика? Или как, или еще? Потому что, как он помещается в эту маленькую кроватку? Вот. Что будет? Он тоже орет от моей шутки, такой, ору. И что забавно, именно после поимки марионеточем мы вылетаем в меню. Это, если тебя марионеточ ловит, то это просто все. Them save? Save them? На менюшке написано, я не видел раньше. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если оно тебе понравилось, подписывайся на новое видео, оставляй свои комментарии. А мы увидимся с тобой в следующих сериях. Пока. Удачи!